В апреле этого года я проводил двухдневный тренинг в Шымкенте. Меня зовут Михаил Шамшидов, я из Узбекистана, являюсь основателем Самаркандского форума туризма, туроператором в прошлом, тренером настоящим и консультантом форума. Здесь я веду тренинг для гидов и экскурсоводов Шымкента. Моей задачей является расширить понимание гидами того, что такое их турпродукт. Мы будем вырабатывать понимание того, что Шымкент, являясь очень древним городом, очень важным на великом шелковом пути, мы становимся еще ближе. И это очень важно, меня пригласили сюда как регионального эксперта. Вот это что-то большее, это, во-первых, регион Центральной Азии. Приготовление сумаляка, оказывается, именно для иранцев, казалось бы, такой степени чувствительной. В процессе тренинга мы с участниками решили провести практическое занятие и выйти в город. Волонтером вызвался гид Владимир Привал. Было интересно нам, в первую очередь чимкенцам, раз здесь все чимкенцы, увидеть то, что, на что мы, может быть, не обращаем внимания. И, соответственно, некоторые локации предлагать своим туроператорам, чтобы они их, например, включали в свою программу. Хорошо, пойдемте. Ну вот, друзья, сейчас мы с вами входим в квартал. Это так называемая часть золотого квартала Чимкента. Потому что в советское время здесь жила вся советская номенклатура. Сегодня, конечно, здесь практически большинство зданий и домов перестроено. И я вот такие кварталы, которых, кстати, в нашем городе немало, я называю кварталами чимкентской бедноты. Барак и рядом с ним современный дом. Вот вам, пожалуйста. Деревья очень дорогие. Вот, и, конечно, они требуют особого ухода для того, чтобы, ну, вот они укоренились, привились, за ними очень серьезно надо ухаживать. Голубые ели. Признак номенклатурных зданий раньше, а теперь вот этот частный сектор. Весь голубеет елями. Памятные таблички стали появляться. По поводу, значит, Бахджана Кудайбергеновича получилось так, что, ну, он занимался незаконной деятельностью по советскому уголовному законодательству. Это был видеосалон. И его, в общем, хлопнули в один какой-то прекрасный момент. И когда его привезли в это здание и вели по катакомбам вот этим подвальным, там же еще несколько уровней под низом, он идет вместе с его сопровождающим, говорит, а вот сейчас будет поворот налево, а потом направо, а потом они говорят, вы что, уже здесь были? Он говорит, нет, я это здание строю. То есть это не декоративное, да, никакое растение, нет, а вот как в горах вот, кстати, растет? Вот, кстати, у нас в горах повсеместно встречается именно стелющая арча. На высокогорье, не, да, особенно? Да, в высокогорьях. То есть не вот эта ровная елка, а именно стелющая арча. Но в городе ее применяют как декоративное растение. Вот у нас жонгиль тамирис, да, он, ну вот мы привыкли его в поймах рек видеть. А вот, например, на Мангышлаке его тоже используют как лигустру для украшения улиц. Но много таких деревьев, которые не с нашей географической зоны. Он сказал, что это неуважение к нашей природе. О! Нужно сажать деревья нашей родины. Это ивы, тополя, карагачи. И вот эти все деревья, которые не присущи для нашей климатической зоны, они только еще больше иссушают наш климат, потому что им не хватает влаги, они тянут даже из воздуха. Это знаменитый двор у нас. Ковры, да. Ковры национальные. Здесь живет. Вот это да. Вот этот двор в Чимкенте появился сравнительно недавно. Появился он благодаря жительнице этого двора, Даны Эрик, которая на сегодняшний день является владелицей самой крупной коллекции казахских ковров и сундуков. Это ее была частная инициатива. Она собрала, я не знаю, несколько тысяч ковров и более сотни сундуков. Причем человек пробивал нашу вот систему в том плане, что она готова была открыть государственный музей истории казахского ковра. Но, к сожалению, дошла до министра культуры даже, все как бы, даже до советника, госсоветника нашего, ну как бы все обещают, да-да-да-да, и в конечном итоге все это, она пыталась это сделать в Туркестане, она пыталась это сделать в Чимкенте, но в конечном итоге она пришла к выводу, потому что раз государству это не нужно, то, соответственно, нужно идти каким-то другим путем, и вот здесь она создала свой небольшой музей. Она договорилась с жителями, очистили подвал, и в подвале этого дома находится музей казахского ковра. К сожалению, Дана сегодня в Туркестане. Я хотел с вами туда спуститься, чтобы вы посмотрели все это великолепие. Пришли и нарисовали на стенах двора и на гаражах казахские ковры
срисованные с оригиналов. То есть это не выдуманные ковры, а это оригинальные казахские ковры. И если вы придете сюда с экскурсией, которую проведет Дана сама, я рекомендую, она вам расскажет про скорпионов, про жуков-скоробеев, отображенных здесь, про связь египетской мифологии с казахской мифологией и так далее и тому подобное. Причем собирала она эти ковры по всему Казахстану. И, например, ковры восточного Казахстана отличаются от ковров западного Казахстана. Здесь вот, например, как она объясняет, вот эти ковры, вот этот ковер, да, например, это ковер, который она купила в восточном Казахстане. Здесь четко прослеживается влияние уйгурской культуры по орнаменталистике. И вот это пространство, это не просто, скажем так, центральная часть ковра. Это по мифологии казахов восточного Казахстана вход в потусторонний мир. Такая же тема присутствует и на коврах западного Казахстана. Но, в общем, я вам рекомендую своим туроператорам, или если вы сами будете организовывать экскурсии, потому что это один из уникальных объектов нашего города, которого, к сожалению, вот в других городах Казахстана есть в музее экспозиции этнографические, в том числе и в нашем историческом музее, да? Но вот такого полноценного музея истории казахского ковра, конечно же, нет. А вот на огородках детской площадки как раз таки орнаменталистика сундуков, которые собраны у нее в коллекции. Отделочный материал – ракушечник. У нас его нет здесь, в нашем регионе. Но он в большом обилии присутствует в западном Казахстане. Поэтому этот ракушечник везли с Каспия, и многие здания вот у нас сегодня по-прежнему содержат душу, частичку Каспия. Супер. Дело в том, что очень многих граждан города Шымкент, фабрик и заводов в городе после развала Советского Союза не осталось. Но память о них осталась в именах вот этих людей. Вот, например, здесь есть имя одного из первых секретарей Чимкентского горкома партии Сергея Ивановича Кондратьева. А моя бабушка, она работала секретарем Джамбульского горкома партии при как раз-таки Сергее Ивановиче Кондратьеве. И они до конца жизни фактически дружили, даже после того, когда Сергей Иванович переехал в Калугу. И я помню по детству, бабушка меня сажала за стол и говорила, нужно написать письмо Сергею Ивановичу. Я писал, здравствуйте, дорогой Сергей Иванович. У нас в Джамбуле все по-прежнему, бла-бла-бла-бла-бла. А еще одна очень интересная история. И вот кто здесь часто бывал, помнят, что изначально не было вот этой доски, а стояли просто такие типа обелисков. И на них фамилии были. Вот такие, как надгробные эти камни, да? И с нашим чемпионом мира по борьбе Бициев. С ним произошла очень интересная история. Он говорит, я сплю, и вдруг где-то, говорит, уже за полночь глубоко звонок раздается. Я поднимаю трубку, мне друзья звонят, они говорят, Бисол, ты жив? Он говорит, да, я жив, а что такое? Он говорит, мы сейчас заехали в центр города и увидели твою могилу. А после вот этого, по всей вероятности, ну, власти городские подумали, ну, как-то ненормально, да, что вот эти надгробные камни, на которых и сделали вот это. Он тоже является почетным гражданином Чимкента. И не стена вот такая была. Да. Они вот просто стояли вот так вот по газонам, вот эти камни, подхожие на надгробие. Можно даже визуализировать вот эту локацию, то есть показать, ну, это нужно будет распечатать на больших цветных листах ватмана, те заводы, к строительству которых причастны те или иные люди, вот, фамилии и имена. Это бы можно было решить одним дисплеем, вот или таким дисплеем, вот, да? Да. Ну-ка, покажите нам. Ну как это? Ищи. Кто будет здесь? Ресторан, который сейчас называется History. Первый ресторан Шымкента, который построен в 1949 году. Потом был предан как ресторан забвению. Здесь что только не продавали, линолеум и так далее. И вот владелец, который выкупил это здание, воссоздал вот эти панно. И на стенах висят фотографии старого Шымкента. Может быть, одно из немногих мест, где можно увидеть эти фотографии. Кусочек родины.
Время гастролей в городе Чимкенте Высоцкий Владимир Семенович останавливался в номере 229 нашей гостиницы. Здесь вырос бурьян, кустарники, здесь практически непролазные дебри были. Это был один из самых криминальных районов Чимкента, хотя он находится в центре. Как минимум два это вот огольцы и дискари, так называемые. Плюс здесь водится ондатра в самой реке, водяные ужи, змеи, шахматы, да. Вот она, закрытая для посещения, научная часть, уже как бы начало истоков Чимкентской реки Кашкарака, которая и берет начало в центре города и заканчивается совсем недалеко за городом. Так вот эта закрытая часть, которая относится к дендропарку, выглядит вот так. Шикарный растительный покров, ненарушаемый, тут только траву косят. Ну и вот выложили камнем, забутовали берега. Это не река, это один из ее истоков. Сколько вы сказали, 300 родников? Более 300. Более. Да никто и, наверное, их не знает. Это только посчитанные. Да. Это только те, которые смогли посчитать. И вот куда мы идем, это самые верхние родники. Так вот, да, начало. Да. Начало. Это самый верхний родник. Самый верхний родник. Можно сказать, самый первый, от которого начинается река, и потом уже к нему присоединяются другие рукава, тоже отходящие от родников. В результате получается река. Круто. Да. Из ничего. Любая река начинается вот с чего-то такого. Там грибы поедим. Грибы там такие красивые. Выходя вот из этой тихой части парка и охраняемой территории вокруг этой водной системы родников Кашкарака, мы сейчас нырнем вон в ту дверь, в Нахаловку. А это обещает быть чем-то очень интересным. Нахаловка, самозахваченные места под дома. Такой разносол этнический жил. С каких вообще годов здесь люди поселились? Или это всегда было в том или ином формате? Потом это все узаконили, всем узаконили их землю. И вот тут такие совершенно разные дома, от крохотных каких-то домишек до больших приличных домов. И находятся в таком интересном месте. Вот центральная артерия Нахаловки заасфальтирована явно не так давно. А кто вообще здесь живет? А цыгане есть? И здесь и цыгане, и русские, и казахи, и узбеки. Короче, я говорю, это интернационал. Ага, всегда такие места очень интересные. Я так полагаю, что вот эта часть была застроена после войны. До войны? Уже в 30-е годы, да? Начали заселяться же вот эти переселенцы. Все понятно. Вот и лачушки. Ничегошные такие дома, и самое главное, даже по детям видно, насколько разнообразный этнический состав. О-о-о. Ну просто хоть чуть-чуть заглянуть. Вот так улочки на Халовке. О, какие домики. Супер, супер. Есть квартира. Квартира-бар. То есть это типа сдается, ну, как комната, да? И может койка. Койка, да. Ой, ужас, квартира-бар. Квартира есть. А так это гараж. Понятно, что в этом доме. А, ну и вот опять уже забор речки. То есть вот мы спустились. Тут, наверное, можно бесконечно спускаться, подниматься. Спускаться, подниматься. Ни одного домика не будет одинакового. Вот Джангиль, пожалуйста. Да, в городской черте. Привокзальная улица. А, привокзальная площадь есть, да, и привокзальная улица. И она большая, да? Это мы просто, да, кусочек сейчас. Причем это два района. Это зеленая балка 1, зеленая балка 2 на той стороне. Мы сейчас просто вот так уголочек, да, срезали? Просто уголочек заводили, потому что если пойти вглубь,
Ага. Да. То это вы будете идти, и вообще потеряться можно. Да. Если не знаете выхода, можно потеряться. Реально можно потеряться, да? Это такая советская махаля. Ага. Ну как советская? Как раз советская была бы с дорогой, если бы она была распланирована. А это стихийная советская. Стихийная советская. Вот так ее можно, да, назвать? Это застройка 30-х годов. Явно это видно. Так называемые камышитовые дома. То есть у них стены камышовые, набитые глиной. Ну, фактически пахсаль. Ага. И вот они являются естественной границей на Халовке. Да. Вот эти дома трехэтажечки, двухэтажечки, да? Да. А вот там начинается бескрайняя Нахаловка. Да, мы, я надеюсь, зайдем еще с портиками деревянными. Другой раз. Ну, это 30-е годы, это обязательно еще был дизайн, да? Потом уже примитивизм наступил. Это сейчас называется улица Алимкулова имя носит. Раньше она называлась Клара Цетки. Ночное посещение. А тут я не вижу большого количества фонарей, чтобы ночью тут ходить и снимать. И малого тоже нет, да? Нет. Где-то еще улица, которая еще не переименовалась, да? Ремесленный ряд. Прям так и называется. Жас-Улан называется. Вот это улица, которая выходит на мечеть старая. Да. А вот Каз Правды улица, да? Значит, все-таки это тоже название сохранилось. Ну, тут поверху дома такие, ничего, вполне себе приличные. Вот мы и нашли сход, более респектабельный верхней улицы на Халовке. Спуск к речке. Во, вот это вот как раз таки то, что я ожидал увидеть, да, вот такие проулочки. Вот они, вот. Настоящие Чимкентские проспекты. Ага. Делегация аж целая тут. Халовка может стать источником уникальных историй. Надо найти парочку домов со старичками, аксакалами, пенсионерами, которые будут тебе рассказывать бесконечные истории, чай попить и вот так привести туристов. Вот это будет, конечно, впечатление вообще неповторимое. До свидания, Нахаловка. Мы выходим в город с 24 этажками.